Сингапурская компания-производитель беспилотных летательных аппаратов представила автономную базовую станцию, предназначенную для зарядки, хранения, запуска и передачи данных с дрона без участия человека. Благодаря разработке беспилотник сможет функционировать в автономном режиме до нескольких месяцев. Гнездо для БПЛА получило название «Дронбокс» и представляет собой автономный ангар для компактного беспилотника. Внутри установлена взлетно-посадочная площадка со встроенным беспроводным зарядным устройством. В качестве источника энергии «Дронбокс» может использовать внешний генератор и солнечные батареи. Предназначение платформы не ограничивается зарядкой и хранением беспилотных аппаратов. «Дронбокс» может использоваться в качестве роутера при обмене беспилотника данными с центральным пунктом управления. Базовая станция обеспечивает БПЛА соединение с интернетом и со спутниками на орбите. Также к ней можно подключить метеозонд, с помощью которого платформа самостоятельно будет принимать решение о вылете беспилотника в зависимости от погодных условий. По словам разработчиков, подобное техническое решение позволяет разворачивать систему мониторинга территории на базе беспилотников практически в любых условиях. При этом обслуживание системы требуется только в случае физической поломки или для пополнения запасов топлива в генераторе. Разработкой уже заинтересовались нефтяные компании, спасательные и специальные службы, охранные фирмы и непосредственно производители беспилотных летательных аппаратов в разных странах мира.